Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. И сегодня у нас с вами будет очередной обзор сока фрутоняня. Вот такой вот сегодня у нас будет на обзоре фрутоняня со вкусом яблока. 100% натуральное здесь написано. В общем, нам интересно, насколько он натуральный и насколько он будет вкуснее яблочного сока. И так далее. Так, гипоаллергенно написано, клинически доказано, 100% натурально, без добавления крахмала и сахара. Это определенно хорошо, как бы это пюре получается. Вот, видите, вот видно то, что яблочное пюре. Давайте прочитаем подробнее. Да, действительно, пюре яблочное натуральное для питания детей раннего возраста, гомогенизированная, стерилизованная. Продукт готов к употреблению. Состав: пюре из яблок без добавления сахара, и все. Содержит сахара природного, естественного происхождения. Ну, те, то есть, которые были изначально в этом яблоке, и насколько оно сладкое, так и передается вкус, а не дополнительно подсощается. Углеводы здесь 9 грамм, энергетическая ценность общая всего лишь 36 килокалорий, минеральные вещества от 90 до 150 грамм, калий именно, это тоже плюс, то есть калий тут достаточно содержится. Изготовитель: Россия, город Липецк. Так, отлично, ребят, теперь давайте откроем это яблочное пюре. Открывается оно довольно-таки непросто, но в то же время трудно, в принципе. Сейчас я его открою. Секундочку. О, опа. Так, открыл. Открыл. Сейчас наливаем. Налью его в стаканчик и попробую. Вот столько примерно я налил его. Достаточно таки, ну, немного, но в то же время немало. Но... Ну, неплохое пюре. Совершенно не сладкая, в отличие там от соков всяких покупных и так далее. Действительно, для детского питания разработано. Все тут честно. Так, это у нас фрутоняня, правильно? Ну да. А, объем, давайте посмотрим. Здесь сколько у нас грамм? Всего лишь 250 грамм, и получается сколько килокалорий? 36 умножаем на 2, это примерно 72 килокалории. В общем, примерно где-то от 72 до 75 килокалорий здесь. В принципе, нормальное число. Главное, что оно очень вкусное, ребят, и не сильно кислит. То есть даже не добавляя сахара, они сделали так неплохое пюре, в принципе. Довольно-таки нежная. Ребят, ну что ж, самое время выставить ему оценку. Ставлю данному пюре фруктовому фрутоняня оценку 5 из 5 баллов. Реально хорошее, очень вкусное пюре. В отличие там от яблочного сока. Даже гораздо, гораздо вкуснее и лучше, как по мне. Можете даже вот пюре взять, вот так вот разбавить, соответственно. И из него, то есть, ну... водой в пропорционном соотношении, к примеру, там, какое вам нужно, и получить, в принципе, сок такой. То есть из густого пюре вполне возможно сок сделать. Очень прикольно, в общем, рекомендую. Цена его составляет где-то около 42-45 рублей, вот так где-то примерно. То есть недорого, в принципе, нормальное пюре. Особенно 250 грамм, хотелось бы 300, но и так неплохо довольно-таки. Ну что, ребята, всем пока.